Всем привет, с вами Ростикс и Нищий, богачи не щуки на месте, алды на месте. Так вот, сейчас расскажу о моей ошибке, из-за которой я не получаю $1000, может даже и больше. И как вы ее сможете избежать, и как я, в общем-то, ее совершил и сейчас, в данный момент, исправляю. Все вы знаете, что есть реферальные ссылки, наподобие таких, которые у меня в описании к видео. Давайте я вам объясню кратко, зачем они, что люди получают. Допустим, если вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то у вас будет вечная скидка на торговые комиссии. То есть это выгодно вам, и это выгодно мне. Мы получаем одинаковые проценты скидки, да? Идем дальше. В чем же тут подвох? Реферальные ссылки бывают разные. То есть бывают, допустим, с повышенными процентами, вот как у меня. Бывают с пониженными. Ну, множество таких. Бывают реферальные ссылки на год, на два, бывают вечные. И дело было в далеком 2021 году. Я снимал видео про биржу Gate.io. В сумме скажу то, что я снял более чем 170 видео про эту биржу только на одном канале. Вы сможете убедиться в этом, открыв плейлист моих видео про биржу Gate.io. Посмотрев там разные, что там были и разные ведущие, и девушки, и люди со смешным акцентом. В общем, о хорошем мы поговорили. Gate.io действительно платил за каждое видео. Все было круто. Но в чем же моя ошибка? Первое и самое главное. То, что у меня был менеджер-китаец, и как бы... Я ничего не понимал. Понимаете, о чем я? То есть, как бы, мы с ним говорили на английском, у него был такой английский, который фиг переведешь, потому что это был китайский приемный английский. Я у него спросил, а мои рефералы? Их было более чем 100. Даже мы больше. Они останутся, но у меня в аккаунте. Он такой, yeah, okay, it's nice, it is, don't. Короче, как будет не беспокоиться на английском, я забыл. Я такой, ну ладно, в целом, мне платят деньги, там. И вроде у других бирж не было такого. И тут недавно я узнаю, заходя в свою приложение Gate.io, да, что у меня 0 рефералов, 0 на счету. Такой, а куда, что? Оказалось то, что все-таки у меня была рефералка на год. То есть что? Мои рефералы все пропали. И, конечно, получил как бы оплату за каждое видео, но теперь... Вторая ошибка более важная. Рефералы всегда принесут вам больше денег, чем... особенно в долгосроке, если вы видите, вы все правильно делаете. Вот, допустим, я вам скажу, смотрите, у вас нету биржи Binance или OKX или другой. Если вы зарегистрировались по моей ссылке, то вы получите максимальную скидку на торговые комиссии. Больше нельзя. Вы будете получать, и я буду получать выгоды. Все. И с каждым днем у меня все будет больше рефералов, я буду получать все больше денег, при этом пассивно, и все будут в плюсе, да? А я этого недооценил. Я вот оценил то, что я буду снимать про биржу Gate.io, мне за каждый видосик будут платить. Но я не понял, что это временно. А реферальная ссылка навечно. И то не каждая, блин. Вот там вот была не вечная. Ну, теперь мне нужно заново рефералов делать. Ну, самое главное, что я извлек урок, что нужно всегда. Все. Так смотреть, подстраивать, кто куда, что как. Потом что нужно? Работать в долгую. Да вот, допустим, я рассказываю вам красивые, интересные истории. Взамен что я получаю? Рефералов по своей ссылке реферальные. И все, меня это устраивает. И это максимально экологично. Напишите, может... Кстати, вы можете спросить, если будет интересно, я могу сказать, сколько люди зарабатывают на реферальных ссылках. Можете спросить, какой у вас опыт в реферальных ссылках. На чем вы зарабатываете в криптовалюты? Как-то так. Вот такая вот история. Не очень большое видео, но... ставьте лайки. Заходите в мой телеграм-канал. Там я говорю вообще, что делаю в крипте. Какие-то приколы, там фотки выкладываю. Ну, вообще, рофл история. Мемы недавно выложил свои любимые. Ладно, теперь расскажи мем, что рекламирует свой телеграм-канал. Там котик. В... костюмчики динозаврика, такой милый, но, знаете, котик невеселый. То есть он так смотрит, ну, как бы, в костюмчике динозаврика, да? И там написано, извините, я опоздал на вымирание, можно мне умереть сейчас? И это так смешно.
Не знаю, почему-то. То есть, видите, это еще красиво. Он специально в динозаврика оделся, то, что он опоздал на вымирание. Не, если серьезно, там моему бы по крипте. То есть просто. Просто. Хотелось бы пожелать вам здоровья.